В духовном центре имени пророка Иссы состоялось духовно-просветительское мероприятие выходцев из лакских районов. В ней приняли участие сотни людей, представители власти, муфтията и общественники. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Чтение строк священного Корана дало старт духовно-просветительскому мероприятию. В этот день на территории строящейся мечети в духовном центре собрались представители лакского народа. Столь масштабное мероприятие в подобном формате прошло здесь впервые. Красочные события украсили нашиды в честь пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Таким быть по жизни В то время как участники исполняли нашиды и обращались к соотечественникам на родном языке, волонтеры дарили женщинам красные розы. На торжество съехались лакцы из разных уголков Дагестана и всей России. Кто-то и вовсе впервые побывал в стране гор. Приехали издалека, с Екатеринбурга. Нас пригласили, вот смотрим, интересно очень. Первый раз на таком мероприятии. Первый раз в Дагестане. Как вам организация мероприятия? Очень понравилось, очень понравилось. Подарки, книги, еда, вообще здорово. Ну, такие вот мероприятия, они как бы... А пока я хотел бы предоставить слово председателю... Людей смягчает им сердца их, расширяет их сознание и приближает им Всевышнему, к истине той, к которой мы стремимся всегда. Мероприятие действительно было уютным. Всем желающим в прохладный осенний день подготовили горячий кофе, чай со сладостями, а позже и обед. Неожиданным сюрпризом стала познавательная викторина с ценными подарками и розыгрышем путевки в Малый Хадж. Мухаммад Майранов объявит номер. Номер 81. Сейчас сами поедете? Наверное. Как отметили представители муфтията республики, они организовывают подобные мероприятия, чтобы объединить и сплотить народы Дагестана. Сегодня у нас для лакцев знаменательный день. Когда мы все вместе собрались, наши братья и сестры, огромное количество людей пришло, альхамдулиллях, мы очень рады. Мы будем стараться и хотим сделать традиционными такие мероприятия каждый год, ежегодно, чтобы мы собирались, видели, радовались друг друга. Хамза Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.